Маришаль Ипович, ждали вас, очень ждали, готовились. Я очень рад, что вы приехали. Вы истинный не только мой друг, но и друг белорусского народа. У нас, вы знаете, большое культурное событие, не только спортивное. Здесь тысячи иностранцев. Они некоторые, в большинстве своем, открывают Беларусь для себя. Удивляются, что у них были другие представления. Ну, у вас-то представление о Беларуси правильное. И я очень рад, что вы, приехав к нам, побудете на закрытии этих игр послезавтра. Но главное – это наши с вами переговоры, где мы подкорректируем нашу дорожную карту отношений в плане интенсификации, поговорим о более тесном сотрудничестве между Таджикистаном, Беларусью и третьими странами, особенно с Афганистаном. Вы предлагали, что надо подтягивать к этому сотрудничеству Афганистан. Я вам очень благодарен за... Это не просто знак, закладка двух садов в Брестской и Гомельской области. Это попытка нам найти новые культуры для производства товаров сельскохозяйственного назначения в Беларуси, тех, которые мы раньше не производили. Аналогичным путем мы пытаемся сотрудничать с Узбекистаном, там бахчевые культуры, их специалисты, так, тоже так, как ваши, приезжали сюда. Кое-что мы уже высадили в этом году, получили очень высокую оценку специалистов Узбекистана. Ну, а таджикские специалисты давно здесь работают вместе с нами и продвигают вот это направление. Мною поставлена задача перед сельским хозяйством выйти на производство новых видов продукции, которые раньше не производились. Климат жестоко изменился. Мы особенно это почувствовали в этом году, когда стоит жара, наверное, выше температуры, чем в Душанбе. Ну, спасибо вам, вы вчера привезли нам хорошую погоду, прошли дожди, особенно в центре Беларуси. Словом, непростой год, но думаю, что он будет лучше, чем прошлый год и в сельском хозяйстве, ну, естественно, и по переработке сельхозпродукции, и по продуктам питания. Словом, есть очень много вопросов, которые мы с вами можем обсудить сегодня.